приобрели 84. Единая по всей стране. Чипировано, создано для идентификации животного. То есть каждому животному присваивается свой идентификационный номер. Владелец обращается к нам на ветеринарную станцию, приводит свое животное, мы животное осматриваем, проверяем работоспособность чипа, вводим его под кожу, затем проверяем правильность установки чипа и далее вносим данные о животном и владельце в локальную базу данных. Реабилитации никакой не нужно, в течение где-то 5-7 дней микрочип обрастает соединительной тканью, то есть и локализуется в определенном месте. Нет, это безусловно удобно. Допустим, на Западе это уже разрабатывается в течение 20 лет.